голубой, блядь. В общем, да, всем привет, с вами Ксида Дес, со мной Перс, который какая-то скотина. Но да ладно, мы будем проходить сейчас, пробовать какие-нибудь стелсовые миссии. Первая миссия у нас будет подстава с картинами. В общем, надеюсь, у нас получится. А куда мы денемся? Ну да. Ой, я надеюсь, что у нас действительно получится, потому что я не проходил стелсовые миссии очень давно. Очень давно. С тех пор, как прошел их все. Поэтому... Так. Ну, начало я помню, но легкое. Там ну в основном да, вся жопа творится на последнем. Снаряжение раскидать, это вообще легко. Вот, да. Самое сложное, да. Ты, кстати, хоть положил ключ-то, дурка? А, точнее, нет. Если тут доступ на крышу, парковка, ему нахрен не нужен. Мешки. Я уже не помню, что здесь надо. Доступ к камерам, камеры шпион. А здесь ключ должен быть. А, ключа-то у нас нет. У нас ни у того нету этого. Дополнительный вход можно. Давай посерединке дополнительный вход сделаем. Хорошо. Короче, мы взяли два джеммера, мы взяли всякую хрень типа шокера, которым, короче, нам ничего не надо. И он взял валькирию зачем-то. В общем, мы пошли, мы не пошли. А, у тебя есть ключ-карта? Серьезно, у меня не было. Да, конечно, я же все вкачал, я же сел. Окей, у меня почему-то не было. Я что-то, видимо, не докачал. Просто я не знаю. А я ключ-карту заказал? Не знаю. Пойду возьму ключ-карту, а то ты ее все время берешь. Ну иди возьми. Ты пока открывай, я сейчас... И мешок можешь взять на всякий. Ну да. Открываю, он... Чуп, кто там? Дверь мне открыл. Пойду уберу его тогда. О, какой красавчик, уйди! Че, кто где? Ага. Эй, иди давай, камеры выключай. Камеры он. Вон, иди бери, я тебе скинул картину. Прям под тобой лежит. Вижу. Опять из... что такое? Кто меня спалил? Не понял. Охренеть, он палит. Через щель в двери. Серьезно? И где он, блядь? Простите. Где-то в начале, наверное. С другого конца надо было заходить. Не, не про того. Слушай, вот сейчас у меня картин... Слушай, иди наверх. Принимай картины, здесь очень много. Кого, картин? Картин, да. Мне нужно, чтобы ты сверху принимал. Просто у меня здесь лазер. Все равно не отключу камеры. Я ее замутил. Уже. Одну. У меня есть три картины, сейчас должен принять. Иди, короче, в самой первой комнате. Во второй. В первой. Ну, вот если от входа выходить. Короче. Заходить налево. Три, два, один. Здесь будет очень хреново, если ты не поймаешь. Проблема здесь в том, что я их еще не вижу, где они. Если они сюда выйдут, мне жопа. Я тебе скажу. Три, вот. Два... Один. Ну вот, я понял, да. Я прячусь за столбик. Так, приду я пока перекину. Сука, ухо не вовремя чешется. Все, пойдем. Да ты шутишь? Да ты шутишь? По-братски, чувак. Съехай отсюда. Давай, все. Вроде ушел. Ехай наши штуры. Ехай наши. Три, два, один. Я пытаюсь отсюда выйти теперь. Здесь нету. Давайте пропаду.
Чё ты мне там пропалить собирался? Все, выход. Я уже вышел как-то. Вот сейчас как налево пойдешь, там сразу комната будет. А, ты через выйдешь. А, ты ее взял, я главное пытаюсь ее выкинуть, думаю, что не выкинуть. Так, сисурите здесь, а? Да, самая первая комната. Сусурите. Так, ты камеру отключил, да? Сейчас. Не понял. А, вот идет. Ты сможешь принять? Ну да. Две картины. Да хоть три. Йо. Парасате. Нет, есть три. А так что, сам себе на... Сам выбрал эту звезду. Да. Давай. Видал, что говорят? Три, два, один. Можешь не считать, в принципе, я два. Опа. Жопа. Вообще жопа. Ладно. Вы что, попутали, что ли, братки? Вообще охренели, да? Так, примешь? Эй, сюрикен остался. Ну, если он сюда, конечно, пойдет. Все. Три, два, один, сюда. А, с этой я, в принципе, могу выйти попробовать. Так, лучше. Ну, ладно. О, картина упала. Все, изи вин. Все? Да. Что это было потом? Что, я в стекло выстрелил? Вообще пофиг. Ужас. Лучшая точность у меня 50%. Ты вообще косой. Я вообще не стрелял. Ты только что в стекло выстрелил. Но я же ни в кого не стрелял. Ну а там считается общая точность. Как точность. Да мне вообще пофиг. Я понимаю. Ну ладно, пофиг, все равно монтажить будем потом. Ну так понятно, что мы это все вырежем. Идеальное прохождение. 3 часа спустя. 23 часа спустя. Уже солнце встает. Дес не успел начать, его уже палят. О, привет! Кого там уже палят? А я дверь открываю, он мне открыл дверь. Я открыл дверь, а он мне открыл дверь. Красавчик вообще такой. Три, два, один. У меня из ниоткуда картина появилась. Только здесь не промахнись, там камера сбоку. Три, два, один. А где? Откуда прилетит-то? Это знаешь, шоу интуиции, откуда картина появится? Я могу здесь нормально выйти? Не знаю, сейчас чекну, подожди. И у меня сворачивается игра. Так, тебе тут идут. Блин. Ко мне тут идут, а заметили тебя. У меня пинг, тебя тоже заметили, походу. Нет. Это чувак, который на камерах. А у меня пинг, я говорю. Я вроде выглянул и все. Ла-ша-ша-ша. Я так-то не посылку брал, а мешок, что за жопа. Меня бесит, что они начали ходить за вот этой хренью большой.
И ты, конечно, сука, сюда идешь, да? Разота-то, а? 3, 2, 1. Так я не достаю до нее, господи. Господи! Что ж за дерьмо-то сегодня случается? Он на лучах, короче, встал и тут же попался сразу. Ну, ты понял. Просто до свидули. Я пришел, кого? Где отвечать? Здесь. Всем привет, с вами Косида Дезертир. Свой... Сука! Какая-то! Ладно, еще раз. С вами, как всегда, сука какая-то. Отвернется. Надо просто вот сюда вот скинуть. Все, пойдем. Если что, да в жопу, Тесс. Нормально. Меня. Вот не слушаешь батю? Нормально, я тебе говорю. Ну, батя. Сиди теперь здесь вот и паси, чтобы никто не пошел. А чё мне его сидеть и пасать? А ты в курсе, да? В курсе, наверное, да, что когда кого-то нет на посту, то они тревогу сразу бьют. Схренали, простите. Я тебе говорю. Если его нет на посту, они сразу палево поднимают. Чё это, когда это такое было-то? Всегда это такое было. Чё ты такого вообще не помню. Так, все. Ну, конечно. Как так-то? Как так-то? Чё, ты через лазер, что ли, прошел? Просто меня закрыли.